Здесь, на фоне этого заброшенного здания, играют дети. Но они не просто играют, они снимаются в кино. На съемочной площадке работают Дмитрий и Елена Шиляевы. У нас есть возможность пообщаться с участниками этого проекта. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Называется ваш фильм? Прятки. 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 Ваш фильм называется «Прятки». Тогда от кого вы прячетесь? От пионера. Вы прячетесь от мальчика, от пионера, которого зовут? Сеня. 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 Так, а кто играет главные роли? Ну, говорят, что мы все главные роли. Без одного человека невозможно. Да. А нравится ли вам сниматься? Да. А почему? Ну, это интересно. Даша, можно? Почему вам нравится сниматься? Да, это интересно и это весело. Потому что можно посмотреть на себя со стороны. Почему ваш фильм называется «Прятки»? Потому что в основе фильма, в основе сюжета игра в прятки. Но игра не сегодняшняя, а игра, которая состоялась 30 лет назад. И до сих пор ходит легенда про то, что один мальчик, который спрятался, не обнаружен. Его искали, искали, и так вот осталась эта легенда. Правда это или нет, в фильме все будет понятно. А кому пришла идея снять этот фильм? Ну, я пишу сценарий, просто мне это нравится, мне это дается легко, и я с удовольствием пишу, и эта идея тоже моя. Его искали милиция и ОМОН. Кто это ОМОН? Сыщик, наверное. И что дальше? То, что не нашли. Вот что. Это не в нашем лагере было, а в Алых парусах. Я от мамы слышала. Она как раз в то время в этом лагере была. Короче, пропал и все. Может, уже и нет в живых. Это инопланетяне. Откуда? В лагере инопланетяне? У нас соседка по даче рассказывала, будто ему же инопланетяне похитили. Пошел один раз он за хлебом и пропал. Приснился он ей ночью и говорит: «Валя, не волнуйся, я выполню задание инопланетян и вернусь». Иногда
В нашем лагере можно слышать по ночам, когда наступает полная тишина на улице. Тук-кита, тук-кита. Ой, девочки, я, кажется, слышала. Вчера ночью пошла в туалет, вдруг слышу тук-кита, тук-кита. Давайте спать, я уже не могу слушать эту историю. Спокойной ночи. Что-то я сомневаюсь, что ночь будет спокойной. Да что вы боитесь? Это же просто старинная игра. Прятки. В которую играли моя бабушка с дедушкой в детстве. Ага, спрячешься, а потом ищут пожарные, ищут полиция, ищут твои родители. В этом лагере в прятки играть нельзя, здесь люди пропадают. Мне что-то пропадать не хочется. У нас планы на это лето. А я бы хотел с инопланетянами встретиться. Они бы мне супер-пупер ноутбук подарили, а то мой слишком слабый. Встречайся с кем хочешь, только без нас. Тук-кита. Ты что, совсем что ли? Встретимся через 30 лет. Бегите, бегите, трусихи. Привет мальчику Сене. А кто такой Сеня? Ну, это такой мальчик, который в прятки заигрался. Это мое место. Ты че его купил? Мы же все боялись в этот дом входить. Как видишь, не все. А ты что, не боишься пропавшего пионера? Да враки это все. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду вас искать. Короче, это было 30 лет назад. Тогда еще пионеры были. Играли они в прятки. Один пацан так спрятался, то никто его не мог найти. Может, он со старостью и умер? Да это же легенда. А легенда значит неправда. Он до сих пор ходит в пионерском галстуке. Да фигня это все, тук-кита, пионер пропавший. Я лично не верю. Тише, сейчас он отойдет подальше, мы побежим. Ага, Светка, я тебя вижу! Тук-кита, тук-кита! Ну так нечестно! Неправда, ты Светку застукал! Андрюха, Андрюха, Гарик! Ты что стоишь? Никого не застукиваешь! Тук-кита, подожди меня, подожди меня! Эй, ребят, ну что вы без меня начали? Кого там надо найти? Давайте я помогу. Борю, Саню, Даню. Понятно. Борька, вижу тебя за сосной. И Костя тоже. Выходите, выходите. Так нечестно, Андрюха галит. Тук-кита, тук-кита. Куда они запропастились? Может, они оба исчезли? Как исчезли? Как тот пионер. Саня! Саня! Они в дом боятся заходить. Пусти, сейчас сами не выйдем. Правильно. Это место хорошее. Тут никто не найдет. Стойте,
Ребята, куда же вы? Ребята, куда вы бежите? Ну, подождите же! Ну, еще же игра не закончена! Фу, таки да! Ребята, ну куда же вы?